фойе Самарского государственного цирка «Яблоку негде упасть». Сотни детей со всей Самарской области приехали на новогоднее представление. Я раньше не приезжал на елку. Сегодня захотел первый раз приехать, потому что дома скучно у меня. Я все дома болею. Благотворительную елку организовало правительство Самарской области. В числе приглашенных – дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Также на елку пригласили семьи участников СВО и школьников из города Снежное, Донецкой Народной Республики. Всем радости, всей нашей республике радости, чтобы все закончилось, все боевые действия. Ну и всем счастья. Чтобы у них всегда было все хорошо и у них был мир. Гостям на арене Самарского цирка показали мюзикл об авантюрных приключениях брата и сестры. Эти праздники дают возможность детям почувствовать себя детьми, ощутить ту атмосферу праздничную, которая царит по всему миру. И благодаря этому дети у нас даже с ограниченными возможностями могут в эти дни ощутить все прелести вот этих праздничных мероприятий. Для них это очень важно, потому что это выход в социум. И таким образом они наравне с обычными детьми ощущают это праздничное настроение. Года более 2000 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из разных городов и районов области, получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. А после выступления артистов ребят ждали сладкие подарки от главы региона Дмитрия Азарова. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.